Эксперты-социологи обсудили в Алматы послание президента страны. Ученые отмечают, что казахстанское общество очень изменилось, и задачи, которые еще 20 лет назад казались мечтами о светлом будущем, сегодня выполнены. Новые вызовы уже не пугают людей, а подталкивают на принятие адекватных решений. Третья модернизация, объявленная главой государства, должна изменить все сферы нашей жизни, от образования и здравоохранения до промышленности и сельского хозяйства. Задача социологов – провести исследование каждого слоя населения, чтобы программы, нацеленные на модернизацию, стали по-настоящему действующими инструментами для каждого гражданина. И речь идет о том, чтобы уменьшить иждивенческое настроение в обществе. Чтобы не думали, что все делает государство, а человек сам активно участвовал в жизни государства и общества. Сам строил свою судьбу. Потому что государство, президент дает такие великолепные возможности для каждого.